свободным. Умным. Трудолюбивым, да? Нет, тут еще один добавил, много пить. Сколько сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Давай ты пока сейчас. Марик, ты идешь или нет? Я? Карл Маркс! Марик, ты идешь или нет? Я здесь! Большой! Наташа с Дашей тоже сюда. Наташа, Даша, а мне? Маркел! А! Куда мне садиться? Куда хочешь. На траву лучше. Сюда же не надо, стакан поставлю. Давай. Печенье побольше набери. Подождите, говорит, стакан поставлю. Что-то мне холодновато. Что говоришь, набрать побольше? Что-то мы здесь по клумбе ходим так это, варварски. А? Что набрать побольше? Как ничего, пить правильно, а что? Ля-ля-ля-ля. Пошли посмотрим. Конечно. А у них больше. Иду, 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 Проглотил. Кого? Все, я вам быстренько задаю вопросы. Кого проглотил? А где? Ракетку. Нет. Ты что, она не будет глотать? Говори. Саул. Почему? Первый царь Израиля. Саул. Если я молчу, не поправляю, значит правильно. Все правильно. Я уже ответил. Почему? Китаянки бегали. Почему мы должны с уважением относиться к мечети Амара? Это вы кому? Который стоит в Иерусалиме. К этому, да? Да. Это там. Мечеть, это мусульманская, да? Краеугольный камень. Короче, середине земли там, по-моему. Земли. Там под этим храмом, наверное, был это. Дополняем. А я думаю, знаю. Вот я его спрашиваю. Марик! Я! Там эта мечеть, она поставлена на камне, по которой в легенде, сидел Иисус Христос на огонь проповедь, по-моему. Где? Да, Иисус Христос? Да. По преданию, на этом месте была принесена первая жертва. Авраам поднялся в гору, чтобы отдать жертву своего сына. Но потом Бог разрешил ему не отдавать, да. Капитан достойно капитулировал вон той команды. Да, что ли, где? Вот здесь. Нет, я не буду играть. Я не буду тоже играть. Хорошо. А что там, потончили? Тиберишку только набрал. Ага. Там еще марор, зеленая какая-то. Что это такое? Что написано? Аваг, Аваг, Даяга, Даяда, Хава, Хама, Хама, что ли? Да он просто алфавит нарисовал. А я уже читаю, как слова. Зачем? Вот Хана. Юля, вот а это что про Хануку есть? Что еще дайте? Это растение. А на Хануку что едят? На Хануку. На Хануку. Булочки? Треугольники, треугольники. А еще? Юля, на Хануку что едят?
Нет, еще нет. Там еще ничего такого. Смотри, дайте-ка. Нет, клюет. Блин, она там. Да, здесь это заезжают машины. Ну вы туда едете, у вас есть уже какие-то наметки, да? Да ничего нет, обживать еду. А? Обживать еду. И скоро что ли? Скоро уже. Уже паспорт в кармане, виза уже в кармане. И жена едет, да? Нет, она как раз при работе. А, то есть вы едете один да, пока? Да. Что такое, не резко не наводится? О, нормально. А это там что, рыбак, что ли? Поехал. Ну, вид тут, конечно. Лора. Классный вид, да? Как тут лягушатник. А это уже там база какая-то, да? Смотри, здание тут. Ну там прям у реки, смотри, база. Я уже и вещи отвезла 20 килограммами. Ботинки я уже увезла. Меня они уже в кормели меня ждут. Куда ты 20 килограмм везла? Туда? В кормели я отвезла 20 килограмм, и в том числе зимние ботинки такие семейные у нас есть. Без него придется уезжать. За ботинками. Я могу и здесь купить. А ты уже передумала, а уже отвезла, да? Ой, там очень трудно. Да, здесь, надо знать язык. Ой, там, да. А? Котелок есть? Шалом. Манишма. Беседа. Могу
пообщаться. Они вот говоришь на... Нет, они понимают. Понимают, да? И я понимаю, что они мне отвечают. Вот спрашиваю, куда мне там пройти надо было. Нам же на базар надо, в первую очередь, на базар. Ну, это святое дело, да. Базар не по-русски, по-моему. У нас какой отдых? У нас шопинг. Весь отдых у нас. Как базар, как цены увидели, там все, сразу все отдохнули. Да. Ну, вот объясняют там все, тебе объясняют. Я поняла, куда идти, там сколько метров вперед, сколько где-то поворачивать. Но когда ты вот на очень плохом иврите, гораздо хуже, чем мой английский. Гораздо хуже. Но ты спросишь вот на иврите, вот им этот прям такой бальзам на душу. Они возле тебя начинают танцевать, для них, да? За руки брать и вести, и вот туда, и вот. И прям раздеваются в безоспорядку. Да. Все раздеваются. Они такие игривые, но очень так держат дистанцию. Лагерь, чего? А я что делать буду тогда? А я что буду делать тогда? А ты будешь соблюдать дистанцию. А? Твое дело предложить. Как этот самый? Намек твой поймут, ты не переживай. А? Да. Свои поймут, да. Свои поймут. Кто захочет, свои примут. Кто захочет, тот откликнется. А кто не захочет, тот пройдет мимо. Просто там все предложения делаются более... Все, раздевайтесь, раз там сказал. Очень теплые доски. Доски теплые, но они грязные, у меня чисто чистые. Да нормально. На куртку садись. Да не так грязные они, что ты. Нормально. На куртку садись. Почему доски грязные? Они бурутые. Идут, ребятня идет. Наши в городе. Да. На Волгинск, они приехали. Нет, должны нам их взять, остальные-то девочки еще не пришли. Это только пацаны. Дед, хотите? А? Сетку. Пугнули ее, наверное, да? Пугнули, ну, сейчас. А, вот видите. Так а что же вы нам еще сказать, мы бы не пошли. Глубоко. Мы уйдем тогда отсюда все. Не надо. А какая сейчас продается? Это горды. А где люди? Ну какая у тебя сейчас? О, кошка есть. Какая рыбка? Мелкая. Мелкая. Окунь. А уклейка прошла уже, да? Запелись. Главное, на иврите кукарекают. Плакают. Почувствуешь, что мы пришли? Ну, а все, аккумулятор. А все, затихли. Ты спугнул, что ли? А Марик что, не пошел? Палку кинь туда. Марик, видишь, не пришел. А с кем он там? Саша? Григорий, наверное. Барик, я же говорю, вчера Володя получил это по почте. Спугнуть или не спугнуть? Это что, все мне вот сюда? Куда надо? Вот сюда, вот сюда! Вот сюда! Вот сюда. Это все мясо? Да. Да. Не все, еще там есть. Люля, дойди, а то мне не хватает. Собаку уйди отсюда, а тебе шашлыков не хватит. Вот дети, я сказал мусор убрать кому-нибудь, давайте быстрее. Махи, махи! Молодец, умница. Две же команды не упал. Умница. Да, да, вот. Барик, давай, кушай быстрее. Который, большой или маленький? Да, большой. Большой не нужен. А большой тоже. Так, хлеба а дайте тут еще оставим. Вот хлеб. Еще куда? Юя, куда еще хлеб выбросить? А может, ты просто пополам порежьте или так поедят? Шабака, ты меня с ног убиваешь. Ой-ой, не пропитался бросок. Собачка с шашлычками запахла, да? Знаете, как мы хлебушки, Юлия? Ну, бабачанок на бис. Давай. Не пробуем. Нет, если кому не нравится, то... Так, где Марик? Право. То и можно не есть это вообще, да? Кирилл. Там мягкий, не соленый, жесткий, переперченный. Отличный шоколад, да? Да, попробуем. Дайте. Недосоленый? Бутерброд сделайте. Соль вам принесли? С чем? С майонезом? Вот что мы с солим? Да. А, солим? Да. Собаке дать? Не только соль. Дали уже? Соль не кладет. Я сам пока. Не так. А как можно? А зайдешь?
У вас давай, мне тогда будет. Это надо делать приходим. Тихо, незаметно. Давай, все животные от них ждать собаки. Давай, 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 я тебе вообще ничего не сделаю. Понятно? Я еще одна. С лимоном. А ты что стоишь? Очень мягкий, очень хороший шашлык. Садись. Вот тут уже прибежал еще едок один. Тоже доходило. Пусть не едят, пусть не едят. Мясо хорошее. Ага. Ты стараешься дотянуться. Люда нашла работу себе, да? Давай, давай. Дай мне здоровье, как вы собаки.